что у меня есть. Я сегодня гулял в лесу со своей собакой, и собака нашла инопланетянина. Это, блин, очень странно. Я еще не звонил в полицию, я не знаю, что мне делать. Смотрите, я не знаю, живой он или нет, или он просто спит. И смотрите, что у него внутри. Смотрите, какая жижа. Видите? В конце видео я расскажу, как бесплатно получить супермощный лазер, который поджигает спички и светит 3 километра. В конце видео конкурс! Хау, ребята, всем привет! С вами блогер Серхио, это канал Китай Бугага, и это распаковочки самых веселых и интересных посылочек с сайта aliexpress.com. Сегодня у меня на обзоре офигенная крутая посылка. Внутри находится товар для приколов. Давайте я распакую и посмотрим, что же там внутри. Вау, ребята, смотрите, круто, да? Офигеть, знаете, что это такое? Это, короче, силиконовый инопланетянин. И это как бы такая игрушка антистресс, потому что, смотрите, что можно делать с помощью этой игрушки. Опля, видали? Офигеть, такая кровяная жижа, а внутри находятся червяки. Это просто круто. Смотрите, так вот, когда просто его двигаешь, что у него как бы наливаются глаза. Вот такой вот маленький инопланетянин. Заказал его на сайте aliexpress.com, ссылочка будет в описании, и вы сейчас немного будете в шоке. Я сам был в шоке, когда заказывал эту посылку. Эта штука стоит, внимание, 550 рублей. 550 рублей. Это просто нереально. 550 гребаных рублей вот за вот это вот. За кусок резины, за красную водичку и резиновых червей. Это, мне кажется, очень дорого. Китайцы просто охренели в последнее время. Но что не сделаешь ради вас, ребята, ради подписчиков, я буду тратить свои деньги, чтобы показать вам, какие есть прикольные, веселые, крутые, забавные штуки в Китае. Да, вот этот вот инопланетянин из Китая ко мне приехал, прилетел, приплыл. И давайте посмотрим по качеству. Качество отличное, это натуральный силикон, если можно так сказать. Он мягкий, приятный. 3 пальчика у него. На ножках тоже 3 пальчика. Тельце маленькое, вот такая шейка тоненькая. И здоровая, огромная голова. Давайте, знаете, что сделаем? Я достану этот пузырь из его глазика. И посмотрим отдельно этот пузырь. Во! Вот такой вот пузырек. Внутри находится красная жидкость. И вот такие вот резиновые червячки. Маленькие червяки, опарыши, и большие, совсем громадные червяки. Классная штука, тоже мягкая, это тоже силикон. Но это крепкий силикон. У меня, кстати, есть на обзоре антистрессовое яйцо. Принцип точно такой же. Кстати, яйцо я хотел скинуть с 10 этажа, но потом я его разрезал. А в принципе этого чудика можно скинуть, да, с 10 этажа. Короче, если вы хотите, чтобы я скинул его с 10 этажа, этого инопланетянина, то поставьте палец вверх и напишите в комментариях, что кидай, Серхио, кидай его, блин, мазафака, да? Короче, классная игрушка, я очень доволен. Очень такая прикольная. Несмотря на то, что она стоит 500 рублей, я считаю, что хрен с этими 500 рублями. Самое главное, что есть такая прикольная вещица. Можно даже повесить ее в машину. Вот так вот, в принципе, когда машина будет ехать. Ну, или за ноги, что, в принципе, еще круче, да? Смотрите, при движении он будет вот так вот, типа, плясать. Ну, и можно кого-нибудь напугать. Типа, смотрите, ребята, я нашел инопланетянина, но он не должен жить на планете. И вот так вот его раздавить, задушить его, раздавить. Смотрится это все эффектно за счет этой кровавой жижи червяков и за счет того, что он такой мягкий весь, вот, вот такой вот силиконовый, приятный на ощупь, хочется его постоянно мять. И да, действительно снимает стресс, потому что
Мне уже намного лучше стало. Короче, все с этим ясно. Покупкой я доволен. Спасибо китайцам. Китайцам лайк за такие классные вещи, которые они мне присылают, потому что они поднимают мне настроение. И я думаю, что поднимают настроение вам. Ну, а с вами был Благодарь Серхио, канал Китай Бугага. Всех вас люблю и пока. Завтра заходите на канал Китай Бугага. Завтра будет офигенно крутое видео. Ребята, чтобы получить лазер, надо выполнить всего лишь два условия. Поставить лайк на это видео, потом перейти в паблик СПС AliExpress и сделать репост первого поста. Итоги через 7 дней в паблике в видеозаписях. Победителю достанется новый лазер из Китая, или он может забрать деньги. Эй, ребята, есть просто охуенный паблик СПС AliExpress, где каждый день я выкладываю самые пи***тые товары с сайта aliexpress.com. Кто в теме, тот знает. Yeah.